хорошая новость. Для того, что я ушла в декрет со своей работы. А расскажите про работу, если не секрет. Я работаю в армии, поэтому декрет – это лучшее счастье вообще, которое могло на меня свалиться. Сын отличник, у меня в третьем классе учится, очень рада за него. На права сдала, да, в этом году. Так, муж дом достроил. Ванну, сегодня ванну привезли, точно, сегодня ванну привезли мне. Я фотограф и порадовала многих клиентов фотографиями. Это было очень здорово, у меня было много новых клиентов. Приятно видеть, как они радуются, когда получают фотографии, а также подарила им рамочки с фото. И тоже было очень счастливо видеть их некрасивые, счастливые улыбки. Сегодня отдыхаю, это уже хорошо. С детьми на соревнования ездили. Ну, не с детьми, а с одним ребенком. Вот. И заняли первое место. Могу выйти на улицу, могу прогуляться. Просто благодарность Богу. За то, что я здоров, за то, что я могу разговаривать, потому что какое-то время я вообще не мог разговаривать. И такие, кажется, банальные вещи люди это не ценят. А я это теперь очень ценю и слежу за своими словами и вообще радуюсь, то, что Бог дал нам жизнь, и за все слава Богу.